Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Носова Мария Александровна. В данный момент я веду курс по хирургическому протоколу устранения рецессии десны в течение 2 дней, 3 или 4 апреля 2024 года. Мария Александровна, есть у вас какие-то вопросы к группе, может быть, какие отзывы, реагирует ли группа на ваши? Группа замечательная, очень продвинутая, очень многие уже давно мои ученики, рада я очень видеть всех новых слушателей, новых учеников, и, конечно, уровень меня радует, от года к году он повышается, и очень приятно, что люди не останавливаются на достигнутом, а двигаются, продвигаются и пытаются учиться, приезжают за новыми знаниями, к новым целям идут. Это очень важно, когда к вам возвращаются ваши ученики и набираются опыта. Спасибо большое, что конечно, вы делитесь. Конечно, спасибо большое. Спасибо большое группе, вы очень приятная атмосфера, у нас создается активный диалог, что очень важно для достижения нашего результата учебного процесса. Все-таки каждый потом доктор вернется к себе домой, в свою клинику, к своим пациентам и будет приносить им больше пользы, чем было бы до, например, или ему поможет этот курс в осуществлении новых каких-то проектов клинических. Благодарим вас за участие и за ту полезность, которую вы даете. Спасибо. Спасибо, Ольга, большое.